Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, комп вроде запустился, и как бы, не знаю, попробуем записать видос. Вот, попробуем продолжить Assassin's Creed 2. Вот. Ну и по старинке, по старой схеме, мы с вами сначала соберем, ну, несколько перьев. Вот, несколько перьев. И отправимся по сюжетке. Так. Ну, перьев где-то, не знаю, мы, наверное, соберем, ну, штучек 5, наверное, да, так где-то. У нас перышко находится, в принципе, так, где-то вот здесь, ближайшее перышко находится где-то вот здесь. Сейчас бегаем туда, посмотрим. Я уже разучился играть, короче, за это время, вот. Так что не судите меня строго. Так, основное задание у нас вот здесь. Помните, да, мы там познакомились с Лисом, там, не помню, как его зовут, короче, чуваком, который стащил у нас сначала соточку, а потом все-таки вернул соточку. Охранника намыло. Окей. Где у нас там? Виднеется, не виднеется перышко? Есть, нету? Перышко, вот оно. Мы его нашли. Так, по-моему, shift у нас спустится просто. Окей. Отлично. Перышко готово. Одно перышко есть. Сейчас мы соберем второе. Второе у нас находится где-то вот тут. Примерно. Вот, примерно где-то там. Смотри, там где-то у нас ящик есть. С золотом. Сокровищем. Давай попробуем. Так, погоди. Где-то наверху, что ли? Наверное, где-то наверху, потому что потемнело, видишь? Да. О, смотри, у нас в сундуке 8 косарей. Прикинь. Это не так уж и мало. Вот здесь, наверное, да? На балконе, как всегда. Угу. Так оно и есть. 8 косарей у нас в сундуке. Блин, надо будет как-то, наверное, отправиться туда. И у нас 10 косарей, короче, в кармане. Окей, так, давай-ка. А я там перышко. Отлично. Ох, как я разучился это все делать. Так, а как мне? Отлично. Отлично, так, на той стороне, походу, да? Оп. Что такое? Сам тебя ничего такого. Что такое? Ничего такого. И ничего серьезного. Слезай, не слезу. Нечего тут панику наводить, короче. Так. Уже можно, да, обыскать-то? Отлично. Окей, где-то здесь перо. Волшебное перо. Интересно, а может мы его брали? Может мы его брали, а может мы его не брали? Да. А, нет, слышишь, да? Это блестит. А, вон оно. Окей. Отлично. Отличненько. Так. Где у нас следующее перышко? Следующее перышко у нас находится через дорогу. Где-то. Где-то через дорогу, наверное, где-то вот. Погоди. Где-то оно вот здесь. Так, стоп. Где-то вот. Стоп, какой врач? Вот здесь. Так, а это что за вырло? Глашат. А, глашат. Чё вырло, говорю. Окей, погнали. Привет. Здорово. Хоть не шутим.
А почему ты не прыгаешь-то? Ну-ка, прыгни. Молодец. Куда ты? В сену-то. Куда ты в сену-то? Хорошо, что не в навоз, да? Так. Где-то здесь, короче. Где-то тут. Кто убивает? Я убиваю ради забавы? Не. Я убиваю только... Так, погоди. Я не вижу пера. Я убиваю только... Только врагов, только убийц, короче. Только плохих. Так, погоди. Так, уровень розыска надо. Можно снизить, кстати, да? Отлично. Минус 25. Так, а где перо-то? Ну, мы взяли, что ли? Когда успели? Это нигде нет. Не видно. Не, ну, короче, если бы оно здесь было, то его было бы видно. И слышно вот как такое вот, как блистание кристалликов, такой вот звук кристаллический звук был бы слышен. Значит, мы его брали. Погнали дальше. Значит, мы это взяли, погнали дальше. Следующий у нас находится где-то вот тут-то, почти примерно, да? Давай вот здесь. Давай взглянем. Вау-вау-вау-вау! Женщина, я не танцую, извините. Я веду себя дико. Так, окей. Перепрыгнул? Отлично. На shift, да. Не забыл я. На shift нажимаю, чтобы... Чтобы схватиться за выступ. Так, окей. Здесь мы взяли. Губ-стоп взяли. Так. Дальше. Ну, я думаю, почему-то мы вот здесь брали уже. Я просто не помню. Это вот здесь вот. Давай сгоняем, если брали, то уже ближе к заданию. Там посмотрим перышки и отправимся на задание. Так, окей. По крышам. Ну, в принципе, я впереди. Да куда ты опять? В розовое сено-то. Розовое сено. Так. Куча бандюганов. Стражи. Ну, в принципе, я ничего не вижу. Я не вижу... Ни пера, ни двора. Наверное, мы здесь брали все. Мы тут все взяли. Так, окей, ладно. Окей. Давай отправимся ближе к заданию. Там посмотрим перышко. Если оно есть, мы его возьмем. Вот. Так. Ближе к заданию у нас находится где-то, короче, уголь, да? Ну, короче, где-то вот здесь. Тут еще он золотишко можно взять, обогатиться немножко.
И все будет ништяк. Санта Тринита. Мы, по-моему, читали. Да? По-моему, читали про это. Церковь Санта Тринита, Святая Троица. Да, мы это читали. Это я помню. Оказывается, я это помню. Так, смотри, золотишко. Фига там, смотри, сколько стражников. Лучников. Кто-то охраняет так прям. Прям они. Упорно. Банки, банки мы тоже, короче, читали. Так. О, это красиво. Очень, очень красиво. Так, где-то здесь. Отлично. Денежка. Денежка никогда не помешает. Отлично. Палаццо Аудиторе. Это, по-моему, Феличитано, он сказал. Палаццо Аудиторе построено, не знаю, как дела. Да, это мы тоже читали все. Окей. Это... Где у нас там перышки? Торговцы картинами. Нет, люди. Он мошенник. Еще один бестолковый воитель. Кей, окей. Мне это снится? Подходи, мерзкая тварь. Так. Где-то здесь. Назад, убийца! Стража! Что за? Что за? Что это сейчас было? Чувак, что с тобой не так? Окей. Так, перышко кто-нибудь видит? Я не вижу. А, о, вижу. Я тебя нашел. Отлично. Отлично. Ну что, отправляемся к заданию, наверное, да? Вот сюда. Начало фрагмента. Тут у нас еще два сундучка, наверное, возьмем сейчас и отправимся. Тут потом. Каса ди Веспуччи. Это мы читали. Этот дом был построен в 1350 году двоюродным прадедом знаменитого Америго Веспуччи. Здание, в общем, ничем не знаменито, но примечательно то, что это был первый дом во Флоренции с расписными фасадами. Позднее в квартале Алтраарно едва ли не каждый дом был украшен подобным образом. Так, типа это пример, да? Пример всем домам. Дом всем домам. Да что ты? Вау, 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 вау. Погодь, погодь, погодь. Так. А что, ты не перепрыгнешь, что ли? Залезешь? Так. Инсунчук, ес. 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 Так, а второй? А второй... Он где-то либо наверху, либо внизу. Мне подсказывает, что он внизу. Оп, да, появилась, значит, здесь внизу. Отлично. Все, ништяк. Давай, погнали, короче, на задание. Это не преступление, но учтите, что забава кончится, когда кто-нибудь разобьется. Должно быть, он так ходит из-за Милка Касангу. Что? Что такое Милка Касангу? Я, по-моему, уже спрашивал это. Этот вопрос задавал. Ну что это такое? Это какая-то болезнь? Оп. Так, окей. Почти прибыли. Оп.
Ну, в принципе, я вроде как и не разучился, да? Паркурить. Так, отлично. Где там чувак? Вон он стоит. Оп. Оп. Опа. 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 И ни чуточку не разбились. Конечно. Господи, он что, умом тронулся? Ну что, погнали. Так, открыть, да, можно смотреть, почитать про этого. В историческом... Так, год рождения неизвестно. Ла Вольпе, да, вот этого чувака звали, зовут Ла Вольпе. Вор. В исторических хрониках практически нет сведений о Ла Вольпе, лисе. Очевидно, что это псевдоним, но кто за ним скрывался, остается только гадать. Говорят, Ла Вольпе удалось ограбить карету Папы Римского, так что этого не заметила... Так, ну, типа, ограбить так, что этого не заметила ни стража, ни сам папа, сидевший в карете. В 1467 году в одну ночь его видели на крышах дворца Синьории, дворца Медичи и церкви Санта-Кроче одновременно. Кое-кто утверждает, что он бессмертен, а другие говорят, что его глаза способны видеть сквозь стены. Прикинь, какие легенды, да? Нихерово. Так, ну чё, я пришел к тебе... Следуй за мной. Но мы пойдем быстро. Выдержишь? Несун проблема. Не суй проблему, говорит. Так, до встречи. Поговорите с Ла Вольпе в Санта-Мария-на-Велла. Давай. Короче, надо его, наверное, перегнать, да? Я так понял. Контрольная точка достигнута. Нет, не под... Так, окей. Я тоже так умею, чувак. Что ты там делаешь? Не отставай от меня. Да, ну вот так. Смотрите, время отсчета пошло. Давай, залазь. Сейчас мы его уделаем. Опа. Опа. Сейчас все будет. Погнали. Если бы это было для нас трудно, мы бы... Ой-ой-ой-ой. Не были бы ассасином. Ну все, почти мы пришли. Оп, оп. Немножко выдохся. В этой церкви у Франческо Пацци будет встреча со своими людьми. Как мне попасть туда? Под городом проходят катакомбы. Они приведут тебя туда, где ты сможешь подслушать их разговоры. Возьмись за эту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Спасибо тебе за помощь, Волпе. Буна фортуна. Ну, спасибо. Так. Ребекка, вот это интересное задание. Давай найди эту гробницу. Гробницу? А, про эту, да, гробницу? Вы, про такие гробницы вы мне говорили, да? То, что надо будет искать гробницы всякие. Вот это уже интересно. Это уже очень даже. Санта-Мария-на-Велла, первый большой собор Флоренции, освящен в 1420 году. Несмотря на то, что он еще не был достроен, проект верхнего фасада разработан знаменитым гуманистом Леоном Батистой Альберти, который достроил собор в 1470 году. Однако история собора началась задолго до крестовых походов. На его месте стояла древняя часовня, под которой находился склеп. Этот склеп до сих пор не обнаружен. Кстати, в соборе есть гробница с надписью «Я когда-то был тем, кто ты есть. Теперь я тот, кем ты станешь». Вот так, да. Какое-то интересное послание. Так, удерживайте, чтобы лезть быстрее. Так, окей. Так, погоди. Вон туда. Да. Все. Да, что-то опять не прыгнул. Что-то опять наш Эцио заду умолся. Что ты творишь, Эцио? Так, ладно. Стражники идут мимо.
А такие гробницы, они будут, интересно, на карте показаны? Смотри, прям загрузочка, что либо большая локация, что отлично. Черепочки, летучие мыши, скелеты, кости. Все, что нужно. Так, спуститесь в катакомбы Санта-Мария Новелла и проникните на собрание тамплиеров. Вот так. Тайная новелла. Ты моя новелла. Танцы холодела. Так, найдите место встречи тамплиеров. Окей. Так, нажмите, чтобы использовать предмет. На. Угу. Смотри, сколько костей. Вообще просто. Блин, я люблю, знаете, в играх, да, вот гробницы всякие там. Да что ты не залазишь-то, но... Люблю вот в играх гробницы всякие, знаете, там исследовать, долазить. Чувствую себя Индианом Джонсом. Люблю вот приключенческие, типа. Tomb Raider там. Прикольно. Гробницы, ну, какие-то эти. Склеп, да. Гробы. А их открыть можно, нет? Походу нельзя. Ладно. Так, проберитесь через разрушенную лестницу. Угу. Короче, паркурить, паркурить и еще раз паркурить. Так, отлично. Отлично. Окей, погнали дальше. Угу. Так, не наверх, да? Ну, вот, смотри, рычажок мой. Надо дернуть. По идее, это как бы как первая гробница, она не должна быть такая сложная, да? Так, перепрыгнуть. Интересно, ловушки там всякие будут? Еще как Коля такие стены. Чебысь просто. Так, окей, погоди. Правильно мы? Да. Ты чё? Охереть, да, механизмы такие. О! Нашли тамплиеров, походу, да? Так, наверное... Наверное, туда. Вау, ты чё твой... А, там сено. Я думаю, что творить такое? Так, окей. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой и рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Так, ладно. Откройте дверь в зал. Ладно. Здесь чуваков не осталось, нет у нас? Каких-то охранников они оставили. Сторожить. А дверцу. Так, смотри здесь. Пойдет. Погоди. Плыть под водой, что ли, надо? Ну, почему-то я думаю, да. Видишь, здесь никаких нет у нас. Тукенцы, либо как-то наверх подниматься. Погоди, давай мы сейчас нырнем. Сплаваем.
Так, а нырять-то как? Погоди, а он не ныряет? Не плывет, что ли, под водой? Только так? А я думал, он будет под водой плавать. Нет? Оказывается, нет. Значит... ворота. Значит, короче, надо наверх, получается. Забраться. Нет. Что ты здесь? Вон туда, наверное. Да, короче, наверх надо. Поползли. Оп. О, стража. А могу я его как-то бить? Куда, блин? Бараниус. Я знаю его. Молодец. Неплохо. Черт, я его не вижу. Я его не вижу, блин. Так. Раджу, он там, вперед! Погоди. Я хочу меч. Все, отлично. А то, блин. Этим ничего не выйдет. Так. Где-то я уже его... Вот он! За ним! Сначала тебя слегка вздернут. Сдерут чуть-чуть кожу. Фига он такой фантазер просто. Так, ладно. Можно как-то красться, там присаживаться, не? Ладно, погнали. Да, ё-моё! Так. Круто был. А что мне надо сделать вот здесь? Погоди. Так, погоди, а что мне надо сделать-то? Блин. Надо просто четко встать было. Все, дверь открыл, да? Смотри, у нас... золотишко. Пойдем на секретную область. Вот так. Залезь. Так, окей. Сейчас мы... что нам? А чё там? А, здесь закрыто. Окей. А, смотри, воду, да? Куда? А, ну все нормально. Почти. Почти разбился. Ладно. Так, где там? А чё я двери не открыл? What the fuck? В смысле? Я думал, я двери открыл. А чё я? Э!
Вашу ж мать. Что за бред? Что за бред? Посмотри, там он что-то еще. Ты что ты делаешь? Тебе не забраться, что ли? Как так-то? Ладно. Так, туда не прыгай. А, надо еще одну вон штукенцию, короче, да, надо. Я понял. Я все понял. Я не туда, короче, нырнул. Я нырнул в воду. Надо было прыгать дальше там. Стену. Смотри, вот эту какушку мы подняли, да? Вон туда надо. Во, вот это другое дело. Мерда, дверь. Мерда. Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. Давай, давай. Мы говорили, что будет легко. Говорил тебе, не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог. Так, ладно. У нас там теперь стражники блуждают. Я не разобьюсь. Где ты там? Я тебя не вижу. Где ты там? Блин. Как мне... Я не помню, как надо это бить-то сверху. Твою мать, что я затворил? Сейчас сотворил. Да слезь ты с этого говна, блин. Во-во-во-во, что происходит, твою мать? Отличные сапоги. Пожалуй, я возьму их себе. Ты не засматривайся на мои сапоги, понял? Это мои сапоги. Не твои. Мои сапоги. Да, отлично. Меня добивает, когда они умирают и дрыгаются. Этим. Приходы ловят. Ладно, погнали. Блин, надо как-то... Сансоне, я вернусь со стражей! Убегающего тамплиера надо поймать. Бегом, 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 бегом. Блин, все сломал. Засранец, а? Смотри на него. Так, сейчас я тебя догоню. Блин, а как там с ног-то сбивать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Быстрей, 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 быстрей. Твою мать. А, вот. Обход есть. Воу-воу-воу. Фак. Да, да. Сюда бегу. Кажется, они отстали. Стоп. Найди выход. Мне конец. Да залезь. Куда? Правильно бежу. Правильно я бежу. What the fuck? Я кирею просто. Куда мне бежать? Я запутался. Найти выход. Мне конец.
Давай, давай. Так, погодь. Мне вниз? Или... Не понимаю. Моя не понимать. Я туда не допрыгну, я не знаю. Оп! Твою мать. Ты что делаешь? Ты даже до сюда допрыгнуть не можешь. Или мне конец. Или там вниз надо спускаться, короче. Здесь. Да. Да. Кажется, они отстали. Правильно, нет? Да фиг, наверное, да? Ну это начало, это самое начало, я сюда прибежал на начало. What the fuck, а? Блин, опять. Так, погоди, меня задрал этот уже чувак, который пытается найти выход. Вон, смотри. Вон туда надо запрыгнуть, наверх. На эти перила грёбаные. Как мне это сделать? Я конец. Ну окей. А, ну я опять. Я конец. О, блин. Да ладно. Да. Да. Юга Ламане, а? Да. Твою мать, а? Найди выход. Или мне конец. Кругами, короче, бегал. Оставь меня в покое! Не оставлю. Да отстань от стены. Окей. Чувак, иди сюда, блин. Беги быстрее. Я бегу? Или это ты себе говоришь? Беги быстрее. Страна, к оружию! К оружию! Убейте ассасина! Ах ты падла! Рисовать, говорю, я могу смотреть. Окей, смотри, здесь можно залезть. Вот сюда, к ним. Откройте дверь. Эй, ребята, здорово. Как ваши? Ничего. Но я уверен в этом. Давайте, сразимся. Опа. Ну, как кто следующий? Вот я тебя и догнал, чувак. Так что не рискуй. Ждите, ох ты, падла, ты смотри. Ждите, ждите, я фиг раскроюсь. Давай. Он не справится со всем. Моя тактика защита. Ну, ты меня недооцениваешь, чувак, недооцениваешь. Эй, помните, чему я вас учил? Оп. Такой плотненький попался, да? Угу, вон дверь. Подслушайте разговор там, плей. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniet semper. Super vos. Grazie, padre. Bernardo? Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие? Он благословил нас, но с условием, чтоб никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы.
Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопа? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молто бене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Вроде саркофаг еще какой-то. Давай. Так, подслушали, а мы убивать их не будем. Ух ты! Точно такая же статуя была на вилле Аудиторе. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Он нашел. Я нашел. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Немножко обогатимся. Блин, да? Киньте так. Гробница. Сокровищем. Что там, факью было? О, кто-то дверь приоткрыл. Еще 250, короче, набрали. Так, тайная новелла пройдена. Отлично. Юплей, что-то там действие завершено. Мне какие-то бонусы пришли. Ну, вылезли через люк, как черепашка-ниндзя. Заждался, я знаю, да? Где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которое хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Хм. Это очень похоже на него, но... Хм. Что они задумали, черт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Конечно, прав. Так, осматривайте гробницы ассасинов, чтобы найти печати для святилища на вилле Аудиторе. Окей. Тайники и гробницы ассасинов. Одну мы нашли. Ну что, друзья, на этом тогда мы закончим. Вот, смотрите, какой фрегат стоит. Ух ты, 11 косарей. Надо срочно бежать на виллу. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И с вами был Валерий. Всем пока.